тебе. Только на сетке. Сетка несет. 7-5, 17-15. Играем, ребята. Шесть-семь. Yes. 8-7. Не. То Сережа когда заблокировал, он потом уже влез. Уже после. Не у тебя, не. Мяч уже был в площадке. Опа-па-па-па. Все, Ляш! Хорош! Слушай, я тебе что говорю, в такие моменты? Отходите, ждать, конечно. Так, все. Ну, так это твой мяч там на первой линии. Ребята. Я! Опа! Хорошо. Ну, пас, ну что же, давай. Ладно, ну, реально, те люди говорят, дай пас, ты опять первый раз играешь. Так, все, собрались. Опа! Один девять. Ну, Володе, что же надо давать? Ну, старался. Ну, нормально. Ой-ё, это хорошо. Внимательно. Хорошо.
Ты про только что, да? Нет, ты про только что? Это не мой мяч еще, ребята. Вы стоите на первой линии, просто стоите. Поле. Хорошо. Да. Кость, все твои мячи за дверью. А пожалуйста. Стоите, ты что, ты кто-то сыграет или нет у вас? Отлично. Ау! Перекур, точно. Это слишком напряженный нервный матч, я не могу без перекура. Я предлагаю легкую ротацию. Я предлагаю Костю... Вызываем замену срочно. Что сегодня происходит? Меня, ну, мне не интересно. А? Я не знаю. Нет, так это другое. Убийца, убийца. Спасибо. В письменном виде. Там есть один человек, который сыграет. И покурить не дают. О, спортсмены. Это что у нас получается? 2-2 по партиям, да, Володь? Проигрываем даже, да? Ух ты, как интересно. Вот это, блин, интересно. Ой-ой-ой, это вообще практически на меня кидает. Вот так вот убил. Да, по-моему, да. Фух. Да. Кидай. Так, я забыл опять. Как мы стояли, я опять забываю все время. Так, а что это за замены такие? Где? Ну мне все равно. Все. Ты хочешь на... А, ну ладно, там... Ладно, давай так. Все играем на Костика. Всей командой. Я прав? Шагом вперед, надо разложиться.